Стандартная таблица главных красноярских должников Енисейской ТКК 13 на их официальном сайте не вызовет подозрений, разве что у приезжих. Каждый красноярец, следящий за сферой ЖКХ, сразу найдет здесь неожиданность. Главный должник энергетиков внезапно пропал из этого списка. Хотя еще в августе компания «Жилфонд» была должна ТКК 13 больше 1,5 миллиардов рублей. Больше, чем все остальные должники вместе взятые. Тогда жилищники говорили, это горожане не платят. И вот чудо. Что касается просроченной задолженности, она составляла на начало месяца 1,3 миллиарда рублей. И часть этой задолженности была погашена. 640 миллионов рублей ГУК «Жилфонд» изыскал возможность погасить. Выплата коммунальщиками почти половины своего долга – событие, по меньшей мере, нестандартное. Ведь денежная распря между «Жилфондом» и ТКК-13 тянется последние несколько лет. О долгах говорил еще предыдущий руководитель коммунальщиков Сергей Цирюльников в 2010 году. В свое время в ситуации пытались разобраться городские депутаты. Энергетики регулярно отмечали, из-за огромных долгов «Жилфонда» они не могут в полном объеме провести ремонт обветшалых сетей. И вот внезапно крупнейший должник разом выплачивает 640 миллионов рублей. Но откуда взялись эти деньги в жилфонде, руководители которого регулярно жалуются на жильцов-неплательщиков и низкие тарифы на ЖКХ, сегодня говорить не стали. Официальная причина, по которой нам отказали в комментарии, это неинтересно красноярцам. И это при том, что о любых своих успехах в жилфонде стараются сразу делиться через СМИ. Остается только гадать, то ли горожане платили, но их деньги на надолго оседали где-то, а вот теперь перечислены все вместе, то ли «Жилфонд» обнаружил у себя на территории золотую жилу. Возможно, есть и другие причины. В конечном счете сокращение долгов лучше, чем их рост, это скажет любой финансист. Главное, чтобы эти 640 миллионов, на которые «Жилфонд» в половину сократил свой долг, потом не выбили через конечных потребителей услуг, рядовых красноярцев. Ведь по прогнозам, рост тарифов на ЖКХ в следующем году и так составит примерно 15%.